В некоторых районах Сочи уже появились велосипедные дорожки. Несмотря на новый опыт для города, жители уже их оценили. С каждым днем все больше и больше сочинцев пересаживаются на двухколесный транспорт. Привлекает не только сам факт приятного времяпрепровождения. Некоторые вообще выбрали велосипед как повседневное средство передвижения. И для здоровья полезно, и экологии не вредит. Накануне заместитель главы Сочи Сергей Юрченко провел встречу с первыми представителями компаний, которые заявили желание заниматься арендой велосипедов. Главный вопрос – как создать в Сочи обширную инфраструктуру, с помощью которой любой житель и гость курорта сможет без проблем арендовать велосипед и комфортно добраться до нужного места. Выясняется и цена вопроса. По замыслу кусаться она не будет. Город, конечно, готов рассматривать эти предложения, но предложения основываются в первые. Это непосредственно бизнес должен самостоятельно за свой счет обеспечить художественное сопровождение самих велодорожек. Это первый момент. Второе. Минимизировать рекламные поверхности, то есть рекламу оставить только лишь на самих велосипедах, но никакой отдельной рекламы не строить. Ну и, конечно, это должна быть минимальная стоимость для жителей и гостей нашего города по передвижению. Сегодня в Сочи велопрокат уже есть в Олимпийском парке. Там вся территория пригодна для катания. Кроме того, жители и гости города уже по достоинству оценили и дорожки на набережной в Меретинской низменности. Около 7 километров удобного покрытия прекрасно подходят для езды на велосипеде. Какие именно компании будут реализовывать программу на территории всего Сочи, пока неизвестно. Сейчас разрабатывается общая концепция проекта. Возможно, предприятия внесут свои оригинальные предложения. Приблизительно полностью программа будет реализована в течение полугода. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.